Покажу вам сейчас мою закупку. Кто первый раз на моем канале, я работаю в Глобусе. И, как обычно, без закупки, выходя из Глобуса, всегда руки полные. В общем, без этого никогда не обходится. Так что всем доброе утро. Показываю закупку. Закупка мне обошлась в 44 евро. Минус мои проценты получилось, ну, скажем, 41. Булочки. Здесь 10 штук по евро 29. Шпецли взяла. Вот такие вот макарошки, две упаковки. Уже в Глобусе есть новогодние печенья. Я взяла два, в общем, два сорта, хотела сказать. Нет, один сорт вот таких печеньков. И вот такие вот пряники. Эти пряники у нас ем только я в семье. Фарш по 5,49, здесь 675 грамм. Сливки. Вот такой вот сыр, он 5 евро стоит, здесь несколько шайбов, он такой приличный. Сколько здесь грамм, сейчас скажу, сколько здесь грамм. И здесь 260 грамм. Вот такая вот колбаса ассорти. Еще сливки. Вот такие вот, ну, такая выпечка с сыром и с шпек. 2,60 или бекон, я не знаю. Зубные щетки. Еще вот такая выпечка 2,60. Здесь две штучки. Так, это шпагетти. Каша. И вот такая вот еще каша, попробую. И это для Соньки вот такие вот салфетки. Вот такая вот закупка. Собралась сейчас в Глобус ехать, потому что сегодня понедельник, и сегодня почему-то сегодня принесли газету с нашего магазина. Там обычно, ну, реклама всякая, что по скидке и так далее. И увидела там штаны. Домашние спортивные штаны, найковские. Вот мне надо купить марсельки. А вообще, по идее, газета-то приходит в субботу. Или девчонка еще бывает разносит по воскресеньям. Поэтому, естественно, когда я сегодня была в магазине, я не знала, что там есть эти штаны, потому что газету получила только сегодня. Поэтому еду сейчас в Глобус и хочу посмотреть эти штаны. Я позвонила Марсельке на работу, говорю, там штаны такие же, как у тебя, только цена другая. Мы твои покупали за 40 с копейками, а они сейчас в Глобусе у нас за 19 с чем-то. Ну, они, там и написано было, по-моему, 40,95, что ли, зачеркнуто и написано 19 с копейками. Он, я знаю, что он их носит, но думаю, позвоню, все равно спрошу. Надо, не надо? Он говорит, надо. Но у меня же, говорит, это, зарплата, говорит, придет вот через 2 дня. Я говорю, да ладно, зарплата. Там уже сам потратишь и туда, куда захочешь, а штаны уж я тебе куплю, ладно, так уж и быть. Мамка добрая. Девчонки, помните, я покупала в Глобусе вот такие вот маленькие, написано было на упаковке сардины. Я не знаю, кто такие, что это за рыба, сардины. Выглядит как селедка, может быть, это одно и то же, не знаю. Но вот на вид сырой, как селедка. Поэтому я сейчас жарю, не знаю, как будет на вкус. В общем, рыба, девчонки, какая-то она невкусная. Нам не понравилась, мы рыбу любим. В принципе, я сделала сразу две упаковки, хватило бы и одной. Не знаю, будем мы доедать. В общем, это рыба, сардина, да? Но мне кажется, селедка-то одно и то же. Потому что выглядела она, селедка только маленькая.
В общем, на жарить она абсолютно не идет. Нам не понравилось, покупать больше не будем. Вот. Холодно, девчонки, я так замерзла. Я думаю, скоро уже придется включать отопление. И будем топить уже, потому что что-то как-то холодно. 10 градусов вечером или ночью, там, не знаю. Вот я на работу выхожу, 10 градусов. Холодно. И сейчас пасмурно. Дождя нет, слава богу, Ромка там на улице траву косит, Масель на работе еще. Сейчас Рома закончит, и мы поедем большую закупку делать. Конец месяца, надо делать большую закупку. Что-то я вам за штаны даже ничего не сказала. Я все две пары штанов оставила. М себе взял Марсель, а Л взял себе Ромка. Так что... И цену, по-моему, я вам неправильно сказала. Я вам говорила 19, да, с копейками. А у них скидка была всего лишь на 10 евро. Что-то я не обратила внимания. А домой пришла, смотрю, они стоили 40, а сейчас 29 с чем-то. Думаю, что я буду это... Меня это не смущает, сдавать я не буду их, поэтому... Мои мужики померили и оставили все оба. В общем, и Марселька теперь со штанами, с домашними. И Ромка. Все, на улице порядок. Траву скосили. Пусянь, пойдем домой. Нам в магазин ехать. Пусянь, пойдем? Пойдем, айда. Пусть. Пусть, ну пойдем домой. Хватит уже гулять. Пойдем. Пошли домой. Пойдем? Пусть, пойдем. Пошли. Ну, я понимаю, что тебе хорошо на улице. Пойдем, мой сладкий, пойдем, мой золотой. Пойдем, 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 пойдем домой. Ты умница, ты послушный котик. Ты когда зовешь, ты всегда идешь домой, правильно? Пойдем, айда, скорее, пойдем. Потом еще выйдешь на улицу, когда мы приедем. Пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Айда. Вот, молодец. Ты умница, Пусянь. Ты просто умница. Я не знаю, как кто, а мы уже включили дома отопление. Дома дубак, 18 градусов. Это же кошмар какой-то. Я сейчас с работы пришла. Ромка еще дома на работу еще не уехал. И он включил отопление. Все, теперь у нас все работает, и теперь будет тепло, потому что это невозможно. 18 градусов. И это холодно, девочки. Так, мы тут вчера с Ромкой в подвале убирались и не доубирались. Все кинули, все бросили. И закупаться же и поехали. И я вам закупку не показала, потому что что-то как-то, не знаю, быстро как-то это все. Ну, в общем, закупка была большая, но я ее, к сожалению, не показала. Вчера еще ездили в русский магазин. Купила я опять свои чокопай, 4 упаковки. А сейчас забыла же, отработала в глобусе и забыла. Думаю, отработаю и куплю ведро. У нас сейчас по скидке продаются ведра такие, знаете, вот как женщины, которые вот убираются где-то, у них такие вот ведра есть с палкой, ты туда суешь эту палку, потом так быстро делаешь, тряпка выжимается и вот как-то так моешь. И вот у нас эти ведра есть. Я еще думала, отработаю, куплю вот это вот ведро. И забыла. Поэтому я сейчас, наверное, позавтракаю быстренько, потому что я сейчас после работы, я сейчас позавтракаю, поеду, куплю это ведро, возьму специально две тряпки. Одну тряпку для дома и одну для подвала. И уберусь, да, убираюсь, вернее, в подвале, потому что в подвале бардак. Надо там убраться. Вот они, девочки. Ой, печеньки упали. В общем, вот они, чокопайки. Две закрытые еще. И тут одна упаковка в рассыпную. В общем, подхожу и ем потихоньку. У нас их, я только ем. Масель, оказывается, их не ест. Я даже и не знала. А я люблю. Но завтра я выходная. В субботу с собой возьму на работу. Угощу на работе девчонок. Приехала я в Глобус. И знаете, что я так подумала? А, я уже в кофте, все, на улице маленько прохладно. А знаете, что еще возьму? Не только это ведро, но еще и такую специальную палку, на которой одевается тряпка-насадка, чтобы чистить батареи.
Вот именно те батареи, которые у меня. У меня батареи типа гармошка, да, старые такие, чугунные. И вот нужно каждую вот эту вот гармошку, да, туда пролезть, залезть и почистить. Я это делаю с помощью обыкновенной тряпки своей руки, у меня рука маленькая. Ну, думаю, если я найду такую палку с такой тряпкой-насадкой, почему бы не купить? Поэтому сейчас зайдем и посмотрим тряпку. Ну и ведро это буду выбирать, потому что эти ведра, которые я вот вам говорю, две фирмы есть, которыми я заинтересовалась, которые меня устраивают. Другие фирмы я не хочу. Одна Lifehide, вот которая вот у меня и есть, и окна мыть такая насадка, и насадка высоко убирать паутину, и сама эта палка, у меня это все есть. И какая-то еще другая фирма. Visa. Или не Visa. Ну, в общем, сейчас подымусь, выйду с машины, подымусь наверх и покажу вам. Вот, Веледа. Вот эта тряпка, и вот оно, это ведро. Стоит 50, 60 даже евро. А в чем разница? А вот это стоит 50. Турбо, два в одном. Ну, в общем, не знаю, вот. Девчонки, я взяла вот такую вот, она не... Все, Соня, успокойся. Она не совсем для батареи, но ей... О, нет, точно для батареи. О, вот это я дала. А я даже не бачила. Ну, в общем, купила такую штуку. Вот эти вот насадки, я сейчас покажу, какие у меня есть. У меня есть вот эта вот насадка, вот эта насадка, и все. И вот эта вот палка у меня есть. Ну, еще теперь вот это вот у меня есть. Здесь вот, чтобы засовывать эту палку. Но, в принципе, она мне не нужна. Гарантия на нее тоже 3 года. Потом вот это ведро. И, девчонки, взяла еще штаны Марсельки. Вот такие вот, которые я вот брала ему серые. Такие теперь висят и черные. А когда я ходила, смотрела, их не было. В общем, они были 40, сейчас 29. В общем... Вот эта насадка, штаны и ведро, чтобы убираться, 81 евро мне обошлась. Вот, вот как-то так. Вот с ведра у меня ушло 13,5%. Сначала 5 евро минус, и потом 1,57. Вот как-то так, девчонки. Так, сейчас будем его с вами раскрывать. Дома жарко, теперь хоть раздевайся, честное слово. Так, раскрываем эту палку. И сейчас я подойду к батарее. Сейчас мы посмотрим, как она пуцает. Какая она хорошенькая, мягкая-мягкая такая. Ой, господи. Ой, смотрите, какая красота, девчонки. Тут все... Правда, она чистая, но батареи все равно у меня грязные. Завтра я выходная, я повторюсь, так что завтра я буду полностью убираться, девчонки. Завтра у меня будет генеральная уборка. Так, теперь раскрываем ведро. Я поняла разницу, в чем была между этой фирмой и... ой, как там она называлась опять? Вот и забыла. Веледа. У Веледы ведро ты ногой вот так нажимаешь, быстро-быстро-быстро тряпка выжимается. А здесь ты должен вот эту вот саму швабру вот так быстро-быстро делать, и она будет выжиматься. В общем, вот она эта палка, смотрите. Вот, по-моему, вот эту вот штуку ты опускаешь и вот так быстро делаешь, а потом опять ее загибаешь. Как бы фиксируешь. Получается так. А я ж хотела еще взять, по-моему, вот эту тряпку запасную. Хотела же, да? Ну да, хотела, вроде бы так говорила. Так, вот она, эта тряпка. Вот такая вот тряпка. Тряпки были разные, которые ты можешь купить дополнительно. Это идет уже в наборе. А была тряпка, которая просто вот такая вот беленькая. Ну, это я сейчас опыт свой сделаю и обязательно посмотрю, какая тряпка мне нужна. Так, вот такая вот идет штука еще. Это мы как-то вот тут фиксируем. Как-то.
А вот так и фиксирую. Вот. А это что? Что это такое? А, ну если я захочу ее повешать, правильно? Если захочу, и куда? А, вот сюда, да? О, все, девчонки, все, вот такая вот палочка-выручалочка получилась. Ну и само ведро, вот смотрите, вот такое вот ведро поднимается. Здесь вот эта вот штука, куда вот я буду вот так делать. Тут ее намочила, тут ее засунула. В общем, прекрасно. Надя довольна. А если Надя довольна, то все счастливы. Как-то так. Так что завтра, девчонки, будем с вами убираться. Не пропустите, заходите, приходите, будем убираться. А я на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока.